Здравствуйте, ее зовут Агишева Лилия Вилдановна, она преподаватель хореографического коллектива «Климовчанка». Начинаем разминку. Hands up, I've already made my mind up. Never get down on
По первой. Таз вперед, пресс подтянут. Параллельно. Широкая вторая. Сели вниз, сидим. Сидеть. Вырос, не отдыхаем. Сели вниз. Колени как можно больше раскрываем. Корпус ровно. Выросли. Гран-батманы. Сначала колено. Руки на уровне груди. Раз, два, три, четыре. Раз. Пальцы вытянутые. Сторону. Не забываем вытягивать пальцы на ногах. Еще раз вперед. Еще раз вперед. Еще в сторону. Вдох. Опустились параллель с полом. Держим. Вес вперед. Сброс. И ручки наверх еще раз. Диагональ. Пола не касаемся. Руки наверху. Сброс. Выросли. Еще раз вниз. Руки работают активно. И раз, два, три, четыре. Выдох. 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 Еще продолжаем. Раз, два, три, четыре. Корпус держим. Раз. Стоим. Выдох. Встряхнули ножки. Ножки на ширине плеч. Шагаем назад. Право, лево. Вернуть, вернуть. Право, поясница круглая. 7, 8. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держим темп. Раз,
два, три, четыре. Еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Активней. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Выдох. Вдох. И держим планку. Держать. Пять. Четыре. Три. Колени подставили. Пятую точку вперед и руками тянемся. Легли на живот. Руки за голову. Наверх корпус поднимаем. И раз, опустить. Раз, опустить. Раз, опустить. Раз, еще четыре. Раз, и два, и три. Четыре вверху остались. Отдыхаем. Еще раз поехали. И раз, вниз. Два, вниз. Раз, четыре. И пять, шесть, семь. Наверху остались, держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отдыхаем. Ложимся на спинку. Руки под ягодицы. Пальцы на ногах вытянуть. Ноги медленно наверх, медленно вниз. Пять, шесть, семь, восемь наверх. Раз, два, три, четыре вниз. Раз, два, три, четыре наверх. Раз, два, три, четыре вниз. Раз, два, три. Пальцы на ногах вытянуты. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И ножки над полом держим. Над полом. Дышим. Опустили ножки, расслабились. Руки наверх. Стопы вытянутые. Растягиваемся. Еще раз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И держим ноги над полом. Держим. Раз, два, три, четыре. Опустили ножки, расслабились. Берем подушечки, игрушечки. Кладем под колени. И буква П в ногах. Ложимся на живот и расслабляемся. Нас стараемся опустить на пол. Сходим. Выпад на правую ногу. Руки изнутри. Кач. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Небольшой кач. Руку убираем. Зад.
через внутрь. Две ручки. И еще добавляем кач. Возвращаем руки в исходное положение и начинаем потихонечку разъезжаться. Если не садимся в шпагат, руки ставим с двух сторон и стоим. Сидим. Аккуратно сошли. Поменяли ножку. Обязательно сзади колено прямое. Добавляем. Кач. 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 Хорошо. Держим положение. Колено сзади прямое. Ручки с двух сторон. Еще кач. Держим кач. Кач. Руки вернули в исходное положение. И разъезжаемся в шпагат. Сидим. Держим. И, девушки, одно из ваших самых любимых упражнений. Ножки раскрыли. И поползли вперед. И обратно. Еще раз. Вперед. И обратно. Повторяем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще. И раз, два, три. Четыре обратно. Раз, два, три, четыре. Отлично. И крайнее упражнение это у нас с вами на стопы. Берем фитнес-резинку, эластичный бинт. Можно просто капроновые колготки, которые будут создавать напряжение. Оп, оп. Стопы размещаем. Между лентой, ленте. Ручки с двух сторон держат. Пальцы ног на себя. Ленту, колготки, бинт максимально натянули. И на сопротивлении вытягиваем стопы. Возвращаем обратно. Вытянули стопы. Вернули обратно. Еще так работаем. Раз. Два. Раз. Два. Спина ровная, сильная. Вытянуть, вернуть, вытянуть, вернуть, вытянуть, вернуть, вытянуть, вытянуть. И держать, держать. Дома находим место, куда можно засунуть ваши стопы. Пальцы кладем под какое-либо пространство. И потихонечку начинаем вытягивать колени. Стараемся соединять щиколотки. И держим это положение примерно 15-20 секунд. Даем ножкам отдохнуть, прорабатываем ножки, возвращаем в исходное. И сидим еще 15-20. Это можно делать в любое свободное время, когда читаем, отдыхаем, залипаем в интернете. Аккуратненько сошли. Вернули стопы в исходное положение. Отдохнули. Старайтесь заниматься минимум 3 раза в неделю, для того, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. И также есть множество онлайн-уроков. Если нужна какая-либо информация, пишите мне, Надежде Владимировне. Всегда готова вам помочь.
Спасибо за тренировку. С вами была Агишева Лилия Вилдановна, преподаватель хореографического коллектива «Климовчанка».